Опять мы оказались в Героевке, снова шторм и снова вымыло морем на берегу останки бойцов. Вот. По сообщениям местных жителей, увидели части фрагментов скелета. Мы выехали сегодня утром на место, обнаружили, что действительно это останки бойцов времен Великой Отечественной войны. Когда мы приехали, часть берега обвалилась, останки находились на глубине 1,5 метра, и, к сожалению, позвоночник, ребра и так далее, многое оказалось в воде. Нам удалось что-то собрать, мы что-то собрали, и сейчас пытаемся зачистить верхнюю часть, та, которая осталась на материке, чтобы поднять оставшихся бойцов. По предварительным данным могу сказать, что здесь не меньше 6 человек нами уже обнаружено. А прошлая могила как далеко? Буквально практически в том же месте. Разница от этого, от той братской могилы захоронения 4-5 метров. 4-5 метров. Ну, там то захоронение было немножко глубже, на глубине 2 метров. Это на глубине где-то 1-1,5 метра. Первые 1,5 часа мы боролись буквально со стихией, да, волна забирала у нас на глазах останки этих бойцов. Мы постарались собрать все по максимуму, зачистили берег и собрали около 3 человек, да, останки 3 бойцов. Считаешь ли ты, что это санитарное захоронение? Были ли какие-то находки идентифицирующие? Однозначно могу сказать, что это бойцы времен Великой Отечественной войны. Наши бойцы, было уже найдено 5 пуговиц и кошелечек, где были советские ранние монеты, да. Мы нашли с останками, среди останков несколько пуговиц, это шинельные пуговицы, да, то есть ребята были в шинелях, видимо, вот, брюшные пуговицы, это пуговицы наших шинелей, и у того в кармане, видимо, у товарища была монетка, видимо, это 20 копеек билон, завернута в бумагу для махорки, так что... Это наши бойцы, да. Местные говорят, что на этом месте в то время, со слов их предков, да, родителей, там, стариков, что здесь было много захоронений санитарных, да, и воронки складывали, и закапывали по-разному, поэтому, говорят, разве очень много человек здесь захоронено на этом месте. Метров 7 до братской могилы штормом размыло берег. Сегодня мы видим, что ситуация меняется быстро, очень скоротечно и кардинально. Осталось меньше 2 метров. Я думаю, 1-2 шторма и будут проблемы с братской могилой. Нужно что-то решать по этому поводу, как-то укреплять берег, потому что берег обваливается буквально на глазах каждый день.